Ну вот тем временем Юрий, кажется, может рассказать о том, как устроена работа. Может? Ну, для фестиваля медиапоэзии, собственно, я сделал работу такую, где в качестве визуального кирпичика используются слова. Вот. Она, как Наташа сказала, посвящена связям. И вот эта работа частично генеративная. Это мне написал программу, которая это все рисует. Частично это будет исполняться вживую. Частично, на самом деле, вы тоже можете быть участниками этих связей. Я вот что забыла сказать. Да, мы же ничего не поменяли. Да? Да. Значит, эта работа реагирует на... Да, ну, это в конце вы сможете сделать. То есть эта работа будет реагировать на те звуки, которые вы издаете. То есть, если вы, например, сделаете вот так, или хлопнете, или издадите еще какой-нибудь звук, вы можете уже потренироваться, да, то вы увидите изменение вот этих связей, дисбаланс этих связей. Это довольно такая символическая вещь в этой работе. То есть это показывает значение каждого из вас вот в этом балансе невидимых связей. Четверо рубишься. Длительность 5-6 минут. Thank you.
Thank you.
Видимые